Хай буде, чи гола, то й гола, та ніхто не докучає і не розважає, чого болить і де болить, ніхто не питає. Удвох кажуть і плакать, мов легше неначе, не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. А можно? Да, конечно. Евгений Германович, прежде всего спасибо вам огромное за ваши книги. Так, хотел бы спросить, было ли в вашей жизни какое-то событие или какая-то книга, после которой вы решили стать писателем? Или же вы всегда знали, что будете писателем? Можно вопрос задать? Да, давайте сразу два, потому, да, что... потому что они связаны немного. Они тем более связаны, да. Просто молодой человек почему-то... То есть я не знаю, связаны они или нет. Но я считаю, что связаны. У меня такой был вопрос. Скажите, пожалуйста, Евгений Германович, вы, наверное, помните, должны помнить, какое вы чувство испытали, когда вышла ваша первая книга? Да. Спасибо. Моя первая книга вышла... Она была о русских хронографах. То есть нет, она была даже о житиях. Житие Ферапонта, Кирилла и Мартиньяна Белозерских. Это было очень такое хорошее чувство. Такая была какая-то гордость. Все. Знаете, я не случайно сказал, это научная книга. Вот я их не очень разделяю, научные и ненаучные мои книги. Тем более, что мои научные книги находятся в магазинах в разделе «Нехудожественная литература». Мне очень нравится это определение. Вот. Что же касается того, знал ли, что я буду писателем, нет, я думаю, что не знал. То есть я этого не исключал, поскольку любой, кто учится на филфаке, в целом понятно, зачем он пришел. Что-то написать, научиться. Вот. Это потом я понял, что всерьез научиться нельзя. Можно, так сказать, как-то привести в норму, так сказать, свой текст, можно научиться писать гладкие тексты, но писатель — это феномен не графический, это феномен скорее человеческий, феномен опыта, феномен энергии. Есть люди, которые плохо пишут, но на самом деле в них абсолютно явный писательский дар, взгляд писательский. И вот это важно понимать, потому что научиться гладко или хорошо писать может каждый. А вот видеть по-писательски это дано не всем. Вот. Поэтому я не очень понимал, дано мне это или не дано. И пока я это обдумывал, прошло довольно много лет. И лет 40 я все-таки начал писать. Вот. Собственно, до этого меня устраивала и была мне достаточная наука, которой я занимался, потому что это прекрасная наука, медиевистика, наука о средневековье. Вот, а потом я почувствовал, что могу попробовать еще что-то. Начал писать. Но, знаете, в общем, я думаю, что любой человек, который идет на филфак, так или иначе колеблется между разными видами служения слову. И когда я прихожу на филфак, я понимаю, что передо мной сидят
потенциальные писатели или люди, которые хотят научиться писать, и кто-то из них, безусловно, станет. Но вот завершая разговор о писательстве, я бы сказал, что здесь не надо торопиться. Не надо торопиться, потому что когда человек в юности, не обладая опытом, начинает писать прозаические вещи, часто он потом о них жалеет, они незрелые, они не очень умны. Лучше стихи писать в таком возрасте, которые требуют огня, энергии. Но что касается прозы, то надо подождать, пока какой-то опыт будет. Вот так мне кажется. Причем вот образцом здесь в каком-то смысле является Умберто Эко. Когда его спросили, почему он начал писать так поздно, он начал писать в 50 лет. Он сказал, что у него был кризис среднего возраста, который бывает иногда у мужчины в 50 лет. Вот. Он говорит, вообще в таких случаях мужчина берет любовницу и сбегает с ней на Багамы. Вот. Но у Умберто Эко не было такой возможности. И он, по его признанию, тогда решил писать. Примерно та же ситуация была и у меня. Вот. Так что я не буду развивать этот сюжет в присутствии жены, но коротко замечу, что я тоже предпочел писать. Пожалуйста, еще раз.